Привет всем. Продолжаю играть в Police Simulator. Да, и тут одна миссия у меня появилась. Я не знаю, может, у других есть проблемы, нет. Но русскоязычным, так сказать, интернете я ничего не нашел. Нашел только на форуме Steam. Миссия называется Investigate Indine. Короче, нужно поговорить со всеми свидетелями, то есть там с двумя рабочими, с мужиком, да. И лично я долго не мог найти вот улика вот от машины. То ли я дурачок тупой, да, то ли... Хотя здесь бегало и до меня не доперло, что там был разговор о машине, и машина уезжала. Короче, вот он, это первый след. Investigate, да? Ага. Да, это первый след. Так, теперь покажу вам второй след. И заодно сразу же поедем. Пока у меня времени кончилось, улики отдавать. А то еще опять скажут, что я все обосрался. Короче, второй след у нас. Улики собирают отпечатки пальцев вот с этих штучек. Вот эти кушали люди. Третий след. Вот где-то на столе вот здесь вроде лежала сигарета. Да? Четвертый след. Это вот пятно. Это кровавое пятно. И пятый след, вот пятый. А, пятый вот здесь на полу, прямо здесь, когда заходите, вот здесь вот будут патроны лежать. Вот. Это так, мало ли кто такой же дурачок, как я. Хотя, навряд ли, вы же умные люди. Я, скорее всего, дурачок, и до меня не доперло, где искать. Точнее, я все прослушал, и до меня не дошло, что... Да, кстати, я офицер 3. Интересно, какой предел у этой игры? Сейчас с вами с мигалками поедем и сдадим. Все и всех сдадим. Кстати, у меня вот такую тачку теперь можно пользоваться, но она настолько убогая. Ну нет, она офигенна по сравнению с предыдущей. Она хорошо держится на дороге, но она практически не тормозит. Если я захочу резко затормозить, то это будет бесполезно. Такие вот дела. Надеюсь, я еду, да? Улики сдавал. А еще в этой игре меня бесят машины. Я вот еду с мигалками, да? И мало кто реагирует. Точнее, уступает дорогу. Нет, они уступают дорогу. Ну, эта машина, по сравнению с кадетской, она хотя бы на дороге держится. Машина паркована. В другое время я бы остановился, ну, конечно. Но не сейчас. Не сейчас. Сейчас я еду скорее сдавать, чтобы мне засчитали это задание. Такие вот дела. Вы расскажите мне, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети. Что делаете в свободное время? Что не делаете? Играете ли в эту игру? Кто-нибудь пробовал уже онлайн часть? Вот лично я так и не рискнул, почему у меня серваки так долго грузятся. Короче, эту миссию очень долго не мог пройти. Очень долго. Ну почему-то бегал вокруг, я искал за домом, искал на пляже. Ну вот что-то, что следы от машины надо найти. Я прямо в голову не дошел. Вдруг кому-то моя помощь, так сказать, пригодится. На самом деле, какие-то все задания, вот офицер 3, они все однотипные какие-то. Мне вот вроде выдали пистолет, да, огнестрельный. Я могу огонь открывать по кому-то. Но то ли я еще не дошел до этих миссий, то ли... То ли я и не дойду никогда. Ну, правда, впереди еще много этих... А, повышений. Как я понял. Еще как минимум этот есть. Сержант. Сейчас побежим, сдадим. И узнаем, что мы получим. Получим мы что-то хорошее или плохое. Бежим, бежим, друг, бежим. Я же FPS проседает. Правда, я догадываюсь, что проседает, потому что все на компе включено, поэтому проседает. Ладно, сдаем. Not exactly. I'm delivering the evidence gathered at the crime scene. Криминальная сцена, сдаем. И сейчас мы, кстати, можем получить повышение. 530. Если меня не скинет, как обычно.
Что постоянно скидывает. Вот видите, опять скинул. Какая-то странная штука. Я вроде бы сдаю, как бы задание, все сдаю, да. А меня почему-то постоянно, вот видели, да, скор, сколько был? Было 550, и почему-то откинул назад. Все очень странно. Ладно, сейчас мы сдадим смену и на этом закончим. This is Central. Someone is complaining about party noises coming from a derelict